Привет, друзья! Сегодня немного покажу молодняк кроликов. Разные, тут и 3 месяца, и 3,5, и 4-месячные животные. Сейчас эту партию вот надо распродать, освободить площади, и потом будет небольшой перерыв. Нужно будет кое-что модернизировать и оптимизировать в хозяйстве. Ну и цены в дальнейшем уже тоже будут повышаться. Но это было предопределено, я даже уже говорил об этом. Корма растут неудержимо, так что... Да и не только корма, так что никуда не деться. Я тут, кстати, прикидывал, что для меня выходит одинаково, что продавать по количеству меньше, но дороже, что побольше, но дешевле. А вот количество хлопот, то есть кормов, усилий, получается меньше. За меньшим количеством животных проще ухаживать, отходов опять же меньше и прочее. Ну, все же наслаивается так или иначе. Случки, маточники, акролы контролировать, вакцинация и прочее, это все взаимоувязано. Место опять же. Ну вот, всем этим буду заниматься, так что на ближайшие пару месяцев есть чем заняться. Ну а если кого-то заинтересовал молодняк, напишите мне в контакт. Адреса под видео, в описании. Есть советская шиншилла и 4 самцов белого великана, я также могу предложить. Но они просто лишние оказались, столько самцов точно ни к чему. Но только имейте в виду, я доставкой не занимаюсь, только самовывоз. На этом все, спасибо за внимание и до новых встреч на канале Фермер Одиночка.